Сегодня Чебоксарская ГЭС начала холостой сброс воды. Открыла один из 18 донных водосбросов. Холостой сброс – это пропуск воды мимо турбин. Такая практика применяется, когда объемы необходимого пропуска через сооружение ГЭС превосходят пропускную способность агрегатов. Сейчас приток воды в Чебоксарское водохранилище увеличился в 15 раз, и станция уже не имеет возможности сохранять уровень верхнего бьефа на отметке 63,3 метра, пропуская поступающую воду только через гидроагрегаты. О начале холостого сброса воды руководство Чебоксарской ГЭС проинформировало правительство Мариэл. На сегодня уровень верхнего бьефа составляет 63,25 метра, нижнего – 54,16. В период половодья на станции проводится круглосуточное дежурство технических специалистов.